Ночные экстремалы. Спасатели доставили до берега, идущего по Волге ночью, человека. Сообщение о том, что в районе между Ново-Илларионовским пляжем и Сосновкой по льду идет мужчина, поступило на пульт оперативного дежурного ночью 19 февраля. Тут же на место выехали МЧС, скорая и полиция. С ходоком все в порядке. Поисково-спасательная служба предупреждает, сейчас нельзя выходить на лед. В этом году он очень тонкий и опасный. По данным МЧС, толщина льда на Волге в Завражном составляла всего 24-26 сантиметров. Идет постоянное подтаивание ледяного покрова на реках из-за плюсовой температуры.